Эй, всем привет, это Кёник и Трафик, мать его. Это я, Смолик, LA на аппарате. Короче, ребята, сегодня мы собрались на вагонку идти, но перед этим мы решили заехать на студию, где сейчас диджеи готовятся к выступлению. Короче, у нас сегодня Under This, главный гость, также у нас будет Давид, Flipside, Lex и Stonewash. Также приехал Scorpion, жарит всех своим жалом. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Я не знаю, что там, там может быть трэш, там может быть чай гоняют, может, ну да, тёлок трахают. Итак, студия на самом деле зашифрована, и я первый раз все увидят сейчас воочию. Проходите, пожалуйста, за мной. Мы на студии такие, это программа по домам. Сейчас мы увидим, что проходит там за дверью. Надеюсь, там уже все трахаются, бухают. То есть все готовятся по полной к этой тусе. Пойдемте посмотрим. Мы, походу, не туда зашли. Кто такие? Что ж, ребята, представляем вам Under This. Привет, я Дима из проекта Under This, из Латвии. Ехал сегодня играть на вагонку. Заодно зашел к друзьям на студию United Masters. Так что все страждущие молодые, которые хотят научиться диджеингу, музыкальному продюсингу, приходите, ребята вас ему научат. Будете мастерами такими же, как и они. Они тебе много заплатили за эту рекламу? Пока ничего. Ну, они не заплатят. Будешь бесплатно, они тебе могут дать бесплатно поиграть потом. А какие у тебя ожидания от вагонки? Ты вообще первый раз в Калининграде? Да, первый раз в Кёниге, поэтому впечатление море. Сегодня гуляли по городу, у вас нереально круто. И от вагонки ожидаю хорошей тусы, ладно, позитивных людей и хорошего звука. А на вагонке так сложилось, то, что почти каждый приезжий диджей должен уйти от нее в говно. Ты сегодня выполнишь эту миссию? Нет, я, наверное, прерву это. Это порочный круг, я надеюсь, хотя кто знает. Надейся. Мы от команды Кёник и Трафик пожелаем тебе успехов. Спасибо. Сегодня еще заснимем, как ты играешь. Несколько слов возьмем там внутри. Но пока что можешь дальше чистить диск, мы тебе мешать не будем. Давайте, ребята. Че, там нормально, думаешь, что? Тут... Да, нормально, угоним. Ну, пойдем, короче. Пойдем. Погнали, тут же. Замонтируем там все. Всем привет, мы на вагонке, скоро начнем тусить. Пошел стол.